дорогой Димочка. Жизнь так долго вела каждого из нас к этому моменту, что мне кажется, что тот или те, кто ею вершит, точно изначально имели для нас заготовленную образовательную программу, где были четко обозначены знания, умения и навыки, которые мы должны были получить. Дорогая Марина, в далеком 2013 году я и представить не мог, что 10,5 лет спустя буду стоять здесь, у свадебной арки, с той самой девушкой из тамбура 31-го поезда. Мне и в голову прийти не могло, что сначала ты зовешь попутчика покурить, а потом у вас любовь, свадьба и 50 человек гостей. Нас будто бы проверяли, сдадут или не сдадут. Словно создатель размышлял. Готовы ли вы? Нет. Еще не все уроки прошли. Познавайте себя. Встретимся через год. Спустя время снова знакомые. Готовы ли вы? Нет. Учитесь любить и строить взаимоотношения. Увидимся еще через несколько лет. Все эти годы между нами с тобой держалась тонкая нить, которая ждала, пока мы повзрослеем и созреем друг для друга. И вот на очередной вопрос наконец был дан положительный ответ. Самое непростое для всего мира время, когда выход за пределы квартиры был почти преступлением, мы встретились, чтобы наверняка остаться друг с другом навсегда.